Российская компания «Татнефть» при партнерстве с «Казмунайгазом» намерена создать нефтесервисное предприятие для разработки месторождений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство компании Татарстана. Известно, что стороны ведут контрактные переговоры по геологоразведочным проектам. Это не единственное совместное детище двух компаний. В прошлом году МИМИ было открыто ТО «Бутадиен» по производству бутадиеновых каучуков, реализация которого была запланирована на 2026 год. Стоит отметить, что стоимость «Бутадиена» оценивается в 1 миллиард долларов, а доли КМГ и Татнефти составляют 25,75% соответственно.